Так, друзья, ну, благодарю, что вы на канале Денис Пифагор. Мы находимся в Никитском ботаническом саду. Здесь мы можем вот смотреть, как Дом Фото делает свои репортажи. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, где вы? Вот пару слов, вот что за место? Где я? В Никитском ботаническом саду на Бали Хризантем. Сегодня, по идее, должно быть финальное, завершающий день, когда будет выбираться принцесса или королева Бала, кто как называет. По мнению многих, это должна стать хризантема Наташа, но так было до сегодня. Но сегодня уже говорят, что якобы это должен стать какой-то этакой сорт под названием пудель. Посмотрим, что нас ждет. Вот, собственно, и парад хризантем. Да, друзья. Лена, вам спасибо за интервью. Вот такая вот красота. Вот заметьте, что почти скоро вот декабрь, а людей очень много на таком вот прекрасном действии, как парад хризантем в Никитском ботаническом саду. Привет, друзья, меня зовут Денис Пифагор, спасибо, что смотрите мой канал. Я все-таки решил для любителей флористики, цветов, зайти вот именно непосредственно на место, где растут хризантемы, и чтобы вы вот увидели эту красоту. Друзья, ну, я впервые вообще такое вижу. Таких мест много в Японии, но вот есть и в Украине, оказывается. Поэтому это Никитский ботанический сад. Вот все то, что называется парад хризантем, вы можете сейчас на собственные глаза увидеть, как это все выглядит. Посмотрите, сколько людей, какая красота здесь. Вы находитесь на балу хризантем. Тут просто отпадно. И я вам посоветую посмотреть канал Денис Пифагор. Он клевый, реально. Этот канал я его смотрела 1000 раз. Ну там находимся в ботаническом саду. На параде хризантем. Просто сказка. Просто даже не передать. Просто море ощущений. Находимся в Никитском ботаническом саду. Мы в жутком восторге. Очень красиво все. Ну, почаще хотелось бы таких поездок. Проголосовали. Отлично.